Всем доброго времени суток. Меня зовут Надежда. Я рада приветствовать вас у себя на канале. И сегодня у нас очередной обзор с маркетплейса Wildberries. Покажу свои покупки, что приобрела именно для выпечки. Сразу начну с отзыва. Эти товары уже покупаю не в первый раз. И могу смело, вот прям смело рекомендовать. Уже все проверено и протестировано. Поэтому обойдемся без отрицательных отзывов. Скажу сразу, что все товары рабочие, скажем так, и качество хорошего. Беру уже у этого поставщика второй раз, не второй, даже уже, наверное, третий. Поэтому приходят быстро, проверен как и поставщик, так и, в принципе, товар. Поэтому смело рекомендую эти товары к покупке, которые непосредственно сегодня покажу. Также пару слов по поводу сотрудничества. По поводу сотрудничества вы можете обращаться в личное сообщение в ВК. Ссылку на страницу ВКонтакте оставляю под каждым видео. Можете по поводу сотрудничества писать мне там в личное сообщение. Ссылочка будет внизу. Ну а теперь приступим непосредственно к обзорам. Покажу, что купила. И первый товар в моем заказе – это силиконовая форма для выпечки. Обычная, круглая, для коржей. Уже у меня была такая, поэтому заказала повторно. Стоит такая форма 13 белорусских рублей. Дальше. Заказала загуститель для сливок. Выглядит он вот так. Очень хорошая штука для приготовления кремов. Если вы делаете крем на сливках, либо на сметане. Он подойдет, этот загуститель, как для сливок, так и для сметаны. В пакетике идет, по-моему, 20 штук. Стоит загуститель, упаковка 11 белорусских рублей. Вот здесь можете сделать себе скрин, если вам нужно. Пакетик идет на порцию. Один пакетик, по-моему, на пол-литра сметаны идет. Мгновенное действие, действительно, если вы взбиваете миксером планетарным, вообще будет идеально. Но в принципе и обычным миксером тоже можно, и можно также взбить блендером. Покупаю не первый раз, штука классная и недорогая. В розничных магазинах города они стоят порядком дороже, если покупать их в рознице, что еще и сэкономит ваши денежки. Дальше. Приобрела вот такой вот разрыхлитель. В этот раз к доставке, к упаковке вопросов нет. Данная баночка была упакована в картонную коробку. В принципе, проклеена хорошо. И сверху еще завернута в целлофан. Я сейчас за кадром вскрою, немножечко пошуршу, чтобы не шуршать в кадре. Вскрыла я за кадром. Сама баночка выглядит вот так. Плотный пластик, не стекло. Крышечка, да, пластиковая тоже. И что мне нравится, баночка, как крышечка сама, как в консервах. Открываем и смотрим. Вот так вот выглядит сам разрыхлитель. В принципе, неплохая структура. Такая порошкообразная и довольно воздушная. Имеет место быть. Весом баночка 300 грамм. И стоит она 11,5 белорусских рублей. Довольно выгодная покупка. Если вы печете часто, то в принципе имеет место быть. И тоже, на мой взгляд, довольно бюджетно и экономично. Также в подарок шла так. Шел такой вот небольшой пакетик с приправой, да, сухая приправа. Сейчас я вскрою за кадром и посмотрю, что за она, потому что что за приправа здесь не указано. Открыла я за кадром, на запах сушеный томат молотый. Пахнет вкусно, ничего не скажу. Весом, вес данной упаковочки презента тоже не подскажу, не было указано, сколько весом. Пахнет вкусно именно томатами сушеными. Подойдет данная приправа для заправки борщей, либо в тех случаях, когда, допустим, нужна именно томатная какая-то смесь, допустим, даже для подлив. Зачетная штука, можно будет, попробую, потестирую, возможно, когда-нибудь закажу именно полноценную версию.
Ну и уже к товарам для выпечки я заказала упаковку ватных палочек. Достала пока одну, да, из самой упаковки. То есть вы видите сейчас перед собой упаковку 200 штук, но в самой большой упаковке было 5 таких упаковок по 200 штук. То есть 1000 в упаковке, 5 упаковок по 200, да. Довольно очень бюджетно. Брала уже до этого такую упаковку и довольно выходит выгодно. За 1000 палочек ватных, да, я заплатила 7 белорусских рублей. В принципе, это где-то по 2 доллара. То есть цена вообще бросовая. Самые обычные палочки, хлопок, ничего у них особенного нет. Но, в принципе, считаю, что вещь нужная в доме. В принципе, да. Поэтому берите на вооружение, выходит дешево, экономит ваши средства, и в принципе такая покупка имеет место быть в каждом доме. Ну а на сегодня у меня это последняя покупка. Я надеюсь, было для вас сегодня полезно. Если это так, поставьте пальчик вверх этому видео. Не забывайте подписываться на канал, потому что данные обзоры у меня будут выходить регулярно. И также будут выходить у меня отзывы по некоторым товарам спустя время. Поэтому будет интересно. А у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и пока-пока.